Вера Высоцкая, психолог. Ищу себя и не могу найти. Здравствуйте, это проект «Стакан наполовину полон», и мы работаем здесь, в центре мира. И сегодня будем встречаться с разными специалистами, и все для того, чтобы сделать нашу жизнь качественнее. И у меня сегодня первый гость, я с удовольствием ее представляю. Это психолог Вера Высоцкая. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Вера, наша тема сегодня такая: «Ищу себя и не могу найти». На самом деле, вот самое-самое актуальное. Последний тренд, мне кажется, запросов к психологам последних вот лет. Сейчас же очень модно стало говорить про самоопределение, про поиск призвания. Все сейчас стали увольняться с одной работы, искать себя в чем-то другом. Просто это какое-то, вот, не знаю, наваждение практически. Вот что вы про это, по этому поводу думаете? Ну, это действительно очень актуально. Это, с одной стороны, естественная потребность человека найти себя, самоопределиться, состояться в своем самовыражении, найти свою миссию. Как будто бы это естественно, с одной стороны. С другой стороны, действительно, последние лет 25 огромное количество текстов, каких-то еще информационных потоков, даже ударов с таким, можно сказать, даже требованием обязательно состояться, обязательно самоопределиться. И какие-то такие даже есть тренды, какие-то объявляют критерии, кто такие те, которые себя нашли, как они себя чувствуют, как они на самом деле выглядят. И это то, что затрудняет вот этот естественный процесс самоопределения. А почему затрудняет? Потому что, говорят, с одной стороны, вот так. Да, с одной стороны, это тренд, а с другой стороны, с одной стороны, это потребность, а с другой стороны, это такое веяние времени. И получается, что человек не себя ищет, потому что самоопределение — это одно, а пытается что-то из себя создать и выкроить в соответствии вот с этими самыми критериями. Там, например, те, которые состоялись, у них обязательно есть какое-то образование. Или те, которые состоялись, они обязательно состоят в каких-то отношениях и так далее. И это может вот как такую рамку, как такой фильтр налагать на вот этот достаточно естественный процесс роста, индивидуации такой, проявления себя. Ну да, нет отношений, нет образования, значит, ты уже автоматически не состоялся. Да. И неважно, хорошо ты себя вообще чувствуешь, хорошо тебе жить вот, или нет. Самое главное — чувствуешь. И утрачивается вот в этом бесконечном требовании быть собой внимание и способность фокусироваться именно на себе. Вот эта тема, что надо быть каким-то, там надо быть не просто эффективным, а еще и состояться как счастливый, полноценный человек, не просто реализовать какой-то успех, а еще что-то демонстрировать. Нам очень помогла так называемая позитивная психология, вот эти вульгарные требования. Вот так вы сейчас показали, то есть не очень помогла. Да, я с сарказмом действительно говорю, не очень помогла, помешала вот это требование быть всегда на позитиве. И как будто ты не состоялся, если у тебя не получается. Не будь токсичным, как говорят, будь токсичным. Да, не переживай вот эти все чувства, при том, что процесс самоопределения, самовыражения, как и познание себя, которое вот самовыражение без познания себя невозможно, предполагает какое-то количество тревоги, предполагает какое-то количество самых неприятных ощущений. И вот как рождение, ну, например, физическое рождение, психологическое рождение, психологического «я», тоже достаточно сложный тоже процесс. Через боль будет. Тоже через боль будет происходить. И вот процессы друг друга, что называется, подменили. Получается, быть собой — это вовсе не быть собой, а совпасть с каким-то набором требований. Совпасть то есть, с каким-то... если человек тревожится, действительно рискует, там, переживает, это нормальный тоже процесс. А нам говорят о том, что нет, будь счастливой, всегда улыбайся, позитивное мышление. Вообще, если мы говорим про индивидуацию, про раскрытие какой-то такой своей собственной подлинности, проявление своего «я» во всей широте и полноте, мы предполагаем, что у этого подлинного «я» будут какие-то, в том числе, адаптивные компетенции, связанные с тем, что человек умеет жить. Там, да, действительно, умеет что-то делать в работе в своей, в деле, самопроявляться. Предполагает, что человек состоялся в отношениях, с одной стороны. С другой стороны, если мы теряем вот такое эксклюзивное, исключительное, то тогда само по себе самовыражение перестает быть самовыражением. Ну да, мы становимся такими похожими на некий образец, который нам диктует. Да. Вера, ну а все-таки, если так вот по-нормальному, да, определить человека, который самоопределился, который нашел свою миссию в жизни, который нашел свое призвание, вот как бы вы его описали? Я бы начала в контексте того, о чем мы только что сказали, говорить об отношении этого человека к другим.
То есть тут не про себя, про других. Да, про других. Вот тот человек, который самоопределился, он определенным образом относится к обратной связи от другого человека. Вообще, рост и развитие ребенка в любой культуре предполагает вот эту самую инициацию, такой процесс отделения, прежде всего, от родителей, в ходе которого как раз и происходит обнаружение вот этого, а кто я такой. С одной стороны, мы все дети своих родителей, что-то в нас от папы, что-то от мамы, даже если вообще мы их в жизни не видели. Кто-то другой, кто-то выполнял эти функции символически, и у нас что-то есть от этих родителей наших. А с другой стороны, одновременно у нас есть что-то наше собственное. Что-то уникальное. Что-то уникальное. Вот это вот я, это и есть то, как я умею, то, как человек умеет, вот это свое я, свое эксклюзивное, свое уникальное прожить с другими. И а здесь речь идет... Это как? Ну вот кризис такой очень важный, такой подростковый, когда подросток требует, например, от своих родителей, признайте, что я взрослый. А при этом взрослый человек, он категорически не нуждается, чтобы ему как бы подтвердили, разрешили быть взрослым. Он будет понимать, что то... Как что его... я и так взрослый. Да, что я и так взрослый. В общем, когда я говорю, что самоопределение связано с отношением к другим, я имею в виду, что у этого человека обязательно будет ясное понимание, кто такие другие. А это тогда про то, что самоопределившемуся человеку не нужно никому ничего доказывать. Ну, то есть делать какие-то вызовы, объяснять, кто он. Допустим, знаете, как вот я веган, и всем хожу, сообщаю, что я веган. Например, я бы так немножко по-другому сказала. Не то, что ничего доказывать, а про себя не нужно доказывать. Вот это состоявшееся, человек, когда получил свою идентичность, у него сформулировалось, получил, он сформулировал для себя, кто я такой, у него есть образ «я». Этот образ «я», ну, по крайней мере, в какое-то достаточно устойчивое время, какой-то период достаточно устойчиво, это его «я» не нужно подтверждать. С одной стороны, процесс идентификации, определения вот себя как «я» требует немало назвать себя кем-то, там, «я вот женщина», мне еще нужно это подтвердить где-то, какой-то, в какой-то момент. Для себя. А вот мы сейчас говорим, что вот оно сложилось, подтвердил. И не нужны другие для того, чтобы они разрешили и подтвердили. В общем, не все подряд. Так-то человек, в общем-то, живет в мире других людей, и что-то от других людей надо. Но вот эта потребность в самоуважении вдруг становится автономной. То есть я не беру это от других людей, я просто начинаю уважать самого себя. Я знаю себя, я понимаю, где это лично мое мнение. И я могу это мнение предъявлять, даже когда его будут критиковать. Даже когда о нем будут отзываться как-то там негативно, и оно будет не принято. Или даже вообще есть ситуации, где мне и не хочется, и не нужно, и не требуется предъявлять мнение. Вот сюда ваш пример про такое публичное освидетельство. Я веган. Ну вот зачем? Это очень важно, кстати, осознавать для самоопределяющегося человека, когда что-то о себе кто-то рассказывает, вот зачем он это делает? Чтобы что пережить? Если человек установил для себя, что он это делает для того, чтобы получить какую-то поддержку, какое-то освидетельствование, хорошо бы это принять. Да, вот мне еще все нужна, там, например, поддержка и освидетельствование. Это уже что-то про быть собой. Уже вот быть собой — это не просто знать себя, не просто хорошо понимать себя, в отношениях с другими себя позиционировать, а еще и уметь про себя самого, про свои настоящие подлинные потребности что-то делать. Вот то, что мы начали. Про них говорить, наверное, замечать их вообще. Уметь их понимать, уметь их действительно озвучивать, вербализировать для себя и знать, в каком виде и каким способом эти потребности очень цивилизованно можно удовлетворить. Потому что вот действительно этот тренд быть собой очень попадает в естественную такую психологически закономерную потребность самоопределиться, но искажается за счет того, что быть кем-то другим. И там как раз вот если мы говорим про потребности, остается вот эта потребность получить от другого вот такую поддержку, заботу, какое-то освидетельствование и такая то есть, зависимость. Честно про это признаться и честно про это заявлять? Ну, вообще, да. Вот я сказала зависимость слова. И если мы говорим про самоопределившего человека, у него есть как минимум осознавание своих зависимостей, своих каких-то ориентаций на других людей, своих каких-то потребностей, связанных с другими людьми. То есть он про это уже знает. Вы сейчас говорили про человека, который четко отстаивает свое мнение, может про него что-то сказать. Да. И у меня рисуется сразу образ такого человека, острого на язык, который всем закроет рот.
Вот это тоже вот про самоопределившегося тоже... человека? Или все-таки это про вот издержки характера? Как уже? Только острого на язык, здесь есть риск про то, что все-таки больше человеку хочется, чтобы другие его признали, увидели какие-то его такие сильные черты. Иногда вот эта вот жесткость интерпретируется как сила, а значит, какая-то потребность в признании. Да, мы, люди, обречены искать близости, контактов, отношений. Самоопределение — это не вот отказ от этого. Вот есть еще такое слово «самодостаточность». Да, что я буду сидеть, и никто мне больше не нужен, только я. Или я буду так всех посылать остро и жестко, или вообще даже я не буду никого посылать, потому что мне никто не нужен. Вот мне кажется, это тоже... не совсем то, о чем мы говорим. То есть самоопределившись человек, он может с другими людьми все-таки и сотрудничать, быть в любить, дружить. Это очень важно для самовыражения. Открытые хорошие отношения людей, которые умеют ценностно относиться к себе и к другим, что еще лучше может быть вообще в нашей жизни? Это как раз такая зрелая, определившаяся личность. Да. Вера, ну вот если более-менее понятно, как выглядит человек, да, что он делает, что он транслирует, если он действительно уже определился в этой жизни. Но вот этот процесс-то как происходит? Это же самое сложное. Обычно к 30 годам девушка понимает, что она больше не может ходить на эту работу, жить с этим мужем или вообще в этом городе. И все, и стоит вопрос, а кто я, как я живу, что мне теперь делать, чем я хочу заниматься. И тут миллион вопросов, и на них нет ответов. И это всегда дальше? Тяжело, когда вот вы сейчас описали прямо такой кризис, кризис, с которым связано действительно ну вот понимание не просто кто я такой, а еще и какой такой жизненный план, а как я могу жить и что я буду делать вообще в своей жизни. И этот кризис важно переживать очень цивилизованно. Как это делать? Так, да, расскажите. Во-первых, признавать вот эти свои чувства, что там очень много тревоги, что там очень много смятения, и страха, что есть вот это внутреннее ощущение пустоты, есть неопределенность, которая действительно очень серьезно пугает и что-то злит, и от чего-то человек устал. И главное, вот не сливать эту тревогу, потому что вот этот набор тяжелых чувств может стать таким невыносимым, что человек будет не себя искать, а искать какой-то вариант, больше не переживать вот эти состояния. А, например, что это может быть? Ну, пусть так не нужно делать, но мы сейчас узнаем, как не нужно делать. А я не буду конкретных примеров приводить. Вот, речь идет о том, что мы не уходим от этих тяжелых чувств, а именно их пытаемся анализировать. Все способы и все варианты вот в этот момент успокоиться предоставляют успокоиться, пережить какое-то, в конце концов, удовлетворение. Это очень важно, не стрессануть, не пережить избыточное вот это вот перенапряжение, с одной стороны, но и важно не потерять вот этот вот объем чувств, потому что они и есть та энергия, за счет которой мы будем искать ответы, а что произошло, то а кто вот эти я теперь. Чувства, от которых хочется избавиться, которые хочется скорее пережить или чем-то перекрыть, оказывается, они являются этим ресурсом. Ну и есть огромное количество примеров, как люди поменяли работу, семью, город, страну и восстановили вот эту свою массу отчаяния и так и остались с этим вопросом, а кто же все-таки я? Ну да, вот то есть они вроде идет... много поменяли, а внутри ничего не поменялось. Речь идет о том, чтобы искать себя, искать свое новое. Это круто, это естественно, сейчас такое время интенсивное, и мы действительно обладаем потенциалом для всегда нового чего-то. Другой вопрос, что искать себя и искать для себя облегчение, это немножко разное. Ну вот, например, если я понимаю, что невыносимо, и я резко покупаю билет в один конец, в другой город и переезжаю. Да. И мне кажется, я все изменила в своей жизни. И какое-то количество. Да, и какое-то количество времени, пока я оборудую новую квартиру, мне хорошо. А через полгода я понимаю, что ничего-то не поменялось. То есть это как раз будет такой побег. Побег, да. Этот побег тоже полезно пережить, лишь бы вот сохранить то, что я сейчас как раз и называю. Такой анализ хороший, такое умение рассмотреть, а что на самом деле я делаю для себя. А не убегаю ли я от каких-то тех задач, которые на самом деле полезно было бы научиться решать. Вот, например, на работе сложился кризис. Что, собственно, составляет суть этого кризиса? Почему мне трудно отстаивать свое мнение? Почему мне трудно, ну, например, у меня есть потребность, чтобы карьера как-то там все-таки состоялась и
следующая должность пришла, а у меня никак не получается, и кого-то другого все время назначают. Вот за счет чего? Посмотреть на себя, посмотреть на себя в контексте этой истории. И вот решить вот эти задачи, помните, я уже сегодня об этом говорила, связанные с адаптацией. Вот индивидуация, когда я раскрываю себя, вот свою какую-то уникальную суть. И другой немножко процесс, адаптация, когда мне, правда, надо научиться. То есть подстраиваюсь или что я делаю? Регулирую, учусь каким-то хорошим вариантом заявлять о себе, вот не кусаться, а уметь находиться в конкуренции продуктивно для себя и для других, уметь проявлять свое мнение в каком-то таком атмосфере плюрализма, это очень модно. Вот сейчас очень модно там говорить про этот самый эмоциональный интеллект, про вот эту эффективную коммуникацию. Это все сюда относится, этому полезно и хорошо научиться. Подстраиваться вообще это не совсем не про это. Это не про адаптацию. Да. Ну, а все-таки, вот вы сейчас привели пример, кризис на работе, но часто же понимаешь, что работа совсем не подходит. Вот, допустим, работал человек всю жизнь экономистом или юристом, и понимает, что все больше он не может. И это не просто про кризис, связанный там с карьерой, кто-то кого-то куда-то не поставил, а с тем, что уже вот этим заниматься невозможно. Ну, а чем заниматься другим, человек не знает. И вот тут как? Да, это накрывают тебя сумасшедшие чувства. А что делать-то? Ну, переживаешь ты их. А как ты узнаешь в итоге, чем хочешь заниматься? Очень четко и ясно определить, что правда это не то. И не так просто, что не подходит, а сформулировать очень четко, что именно является чужим, другим, из чего состоит вот это не что подходит. Что не нравится в работе, как можно конкретно, что трудно, например. Что действительно, ну вот, когда люди говорят, меня это убивает, это может быть как задача адаптационная, так и индивидуационная задача. Вот это отличие для себя определить. Может быть, например, работает человек юристом, он говорит, все, не могу, мне невыносимо. И вы задаете ему какие вопросы? Да, я ему задаю вопрос, что именно составляет главную трудность? Где больше всего тяжело? У меня прямо есть на эту тему очень много кейсов. И то есть по каким-то его фразам вы понимаете, что это просто сложность в работе, которую нужно преодолеть, и дальше все пойдет хорошо, либо это точно не его? Мне очень важно в моей работе, чтобы он сам понял, что именно это для него. Не мне понять про него, а ему про себя понять, что это вот на самом деле. А правда ли тогда всегда необходимо эту работу менять? Вот сейчас такой тренд, что все, ухожу, была юристом, стала художником. В любом деле, когда мы говорим, например, про карьеру, про профессиональный рост или, в конце концов, про развитие отношений, кризис неминуем. Кризис точно так же переживается, что это как будто бы не мое. Главное слово, конечно, как будто бы. Другими словами, мне трудно, например, смириться с какими-то различиями. Или я не умею вот эти обстоятельства жить. Там в любой профессии это есть. В определенное время, у кого-то раньше, у кого-то позже, я даже не только про юристов могу говорить, вдруг наступает вот этот момент, когда человек вдруг невыносимо. Ну да, кризис. И вот здесь хорошо бы для человека самого разобраться. Может быть, что-то еще можно здесь научиться делать. Потому что есть опасность и в другой профессии, и в другом деле дойти до вот этого этапа кризисного, и там опять, что называется, уйти. И так все время человек и уходит в поисках каких-то как раз хороших обстоятельств. И так и не научается стать автором своих собственных хороших обстоятельств. Вот помните, когда мы говорили про этого самого определившегося, вот он умеет жить. Что ему дает, что он знает себя? Он это умеет для себя организовать. Знает свои потребности, знает свои смыслы и ценности, главное, умеет себя организовать, умеет для себя это создать, построить. То есть, допустим, даже работая по определенной специальности, понимает, что здесь возникли сложности. Да. И если он определит, что ему конкретно важно, что он хочет, он может не менять специальность, поменять, например, компанию, или какие-то услуги. Или даже в этой себя. Компании найти способ отрегулировать этот кризис, отрегулировать вот этот конфликт и обрести новую ситуацию, построить и создать новую хорошую ситуацию. Хотя и могут быть вот такие эпизоды, когда действительно у человека открывается еще что-то в его миссии, в его предназначении, и может быть совершенно другая профессия. Ну вот сейчас вот эти слова «миссия» и «предназначение», они такие тяжелые. Знаете, они как вот прям камнем на тебя падают, все, ты обязан найти свою миссию и предназначение. Не найдешь, все, не жить тебе. Предлагаю все-таки осознавать, что мы обречены искать себя, и найдешь, не найдешь, это не вопрос. Мы все равно это будем делать. Придавать этому... То есть это бесконечный процесс. Да, это бесконечный, к сожалению, процесс, потому что это правда тяжело. И лучше это делать, вот, ну, например, такими очень конкретными, четкими, маленькими шажками, называя свои чувства.
называя свои состояния, любые. Например, у меня, вот как мы сегодня говорили, много тревоги, человек говорит. И я осознаю, что эта тревога связана с такими-то обстоятельствами. И в этих обстоятельствах я хочу понять, как мне вот такую-то мою потребность удовлетворить. В этот момент человек уже становится собой, и эти тяжелые слова про миссию и предназначение реализуются. Потому что понятно, когда человек выбрал, допустим, быть врачом. Вот такая миссия у него — спасать людей, спасать жизни, лечить людей. Да? А если человек не в какой-то такой профессии, там вроде непонятно, нет какой-то такой великой миссии. И вот начинает человека так вот тревожиться, что-то из стороны в сторону бросать. А в чем? А как я вообще? Ради чего я живу? Вот, например, вдруг обострилась вот эта идея какую-то пользу приносить. Да, да. А что стоит за этой потребностью? Что-то человек говорит, я бесполезный какой-то. Какой-то, ну, да, что-то непонятно, как-то где-то работаю. Что же мне сделать для того, чтобы почувствовать себя таким все-таки правда нужным и значительным? Вот тут тоже может быть. А что на самом деле, какое событие в жизни к этому выводу про себя, что ты не бесполезный и ненужный, привело? Это может быть вообще не про работу, а человек вот вдруг решил, что именно с работой связано. Хочу быть нужным, хочу быть полезным. Можно найти всегда какой-то способ. Но я сейчас так бодро и оптимистично об этом говорю. Может быть, это тоже тяжело для себя определить, вот как такое, знаете, проектное отношение к себе. Я понимаю, что мне вот этого хочется. Как это можно сделать в моей профессии? Так, нельзя это сделать в моей профессии, только в другой. Значит, вот в другой искать вариант, как все-таки это реализовать, осуществить. Но вот смотрите, часто же бывает, что действительно наступает такой некий кризис в профессии, и когда там действительно не только с работой связано, а есть ощущение, то есть как будто разбиваются наши иллюзии. Мы понимаем, что яхту мы не купили, трехэтажный какой-нибудь таунхаус тоже у нас не стоит, и ключи от Бентли у нас не валяются на столике. И вдруг понимаем, что вот, ну, как-то не так наша жизнь сложилась, как мы это планировали. Это тоже такой кризис, и как раз человеку хочется опять начинать что-то в своей жизни менять. Вот как вот здесь не потерять себя и, правда, не нырнуть куда-то в ненужное русло? Ну, признать, что это кризис очень естественный. Угу. Очень печально, что он есть. При этом очень хорошо, что он есть. Угу. Потому что исключительно то, как человек переживает кризисы, делает человека человеком. Вот то, что вы сейчас перечислили, там яхта, ключи от Бентли. Ну да, 35 лет, оказывается, я не олигарх. Вот что я сделал для того, чтобы состояться как олигарх? Это ли я делал? Что я сделал для того, чтобы... Что вообще для меня это в том числе значит? Если я олигарх, и у меня вот это все есть, что это еще мне дает? Очень часто вот эти вот материальные критерии нуждаются в таком дополнении, таком психологическом, такое, когда очень тонкое есть понимание, а что это вообще символизирует. Вот, опять сильно похоже, очень похоже на то, что я не себя, наверное, ищу, а пытаюсь совпасть вот с этой мишенью, вот с этой целью. С образом успешного человека, какой он. Вот, если я иду к образу, где я в этом процессе? Если правда так надо найти себя, нужно ли опираться на образы? Ну или да, неизвестно, нужно ли тебе это Бентли и яхта. Да. Может быть, ты будешь рад у себя в садике выращивать петунии. Но смотрите, это же тоже вот такой момент есть. Нам тоже отовсюду кричат: будь успешным, будь эффективным, 24/7. Постоянно саморазвивайся, никогда не сиди на месте, будь вот таким эффективным. И вот, получается, сидит домохозяйка, и ей, может, это все не надо, но она понимает, что она уже вот, ну, вообще отстала от жизни. Она вот это все не делает. Я с этого начала, когда говорила об отношениях к другим. Вот очень круто и хорошо отделять свои собственные, например, даже чувства от чувств, которые навязаны другими. Например, вина. Вот ты должна что-то сделать, теперь сидит она и виновата. А вот правда, должна ли она? Это такая ее внутренняя работа, чтобы с этим определиться. Или мнение. Вот это же мнение такое, такой тренд, такой стандарт, что обязательно быть успешным. Ну и хорошо бы этой домохозяйке вот так подумать. Лично к ее жизни, что вообще про успех относится, правда, хорошо, и составляет для нее лично ценность. Может быть, это сытые чистые дети и может порядок быть в доме. И это прекрасно. И довольный муж. И довольный муж. И этого она добивается. Ну, представляете, вот это же нужно осознать. Это нужно осознать. Поэтому я об этом не устану повторять. Где я, а где другие? И что у меня в этих отношениях? Я и другие. Где мое индивидуальное, личное, а где то, что обществом заявляется как обязательное требование. Вот состояться — это самоопределиться, для себя лично сформулировать, для себя очень четко и ясно сформулировать, как я вот к этому другому отношусь.
кто такие Вера, другие? Вот вы всегда говорите, это мое, но ведь действительно сложно понять, что мое. Это как если раз всю жизнь есть, говорили, да. Так, вот это красное, это хорошо, вот это желтое, это не очень. И мы как-то вообще разучились понимать, а нам вообще желтое нравится или красное нравится. И действительно человек там 30-30 чем-то не знает, а чего он хочет, как понять, что это мое, вообще на что опираться, чтобы понимать, что вот это мое. Я тоже сегодня об этом уже говорила. Наша, исключительно наша, это наши чувства, наше эмоциональное состояние. С ними связано то, как мы вообще на жизнь реагируем, на себя реагируем. Первое, с чего мы начинаем, вот это вот восстановление, как мне определиться. Это я люблю, там, например, желтое, или это мама во мне проявляется так, что я люблю желтое. Это сложная схема. Да. Мне надо определиться с тем, что, какие я чувства испытываю. Вот есть такая тема в психологии проанализировать свой жизненный сценарий. Есть очень много методик, есть очень много действительно профессиональных специалистов, которые умеют это делать, которые помогут в этом процессе пройти. Этот процесс Самостоятельно сделать достаточно трудно. И есть кто считает, что можно, я считаю, что лучше это делать. Больше времени. И больше времени займет, и есть риск тоже запутаться с чем-то. Понимать свои чувства, вообще научиться понимать через чувства свои смыслы и ценности, свой собственный выбор, вот отделять свое от другого, от чужого, от родительского и от других людей, можно научиться. Чувства, например, нравится, не нравится? Приятно, неприятно? Это отношения. Чувства тревога, гнев, печаль, возмущение, отвращение. И если есть это чувство, это значит, это не тот путь, не твой. Нет, подождите. Если есть эти чувства, то это чувство. И с этими чувствами связаны какие-то ваши собственные смыслы. Понимать свои чувства, не оценивать свои чувства, а понимать и называть свои чувства. И устанавливать за ними какие-то смыслы, этому можно научиться. Устанавливать за ними какие-то свои за смыслами планы и перспективы, и уметь, преодолевая какие-то трудности, добиваться вот этого ощущения удовлетворенности, вот этого ощущения полноты и целостности себя самого. Это вот можно сделать. Я, кстати, напоминаю, что у нас сегодня работает открытый микрофон, и поэтому вы можете задавать свои вопросы. Сегодня мы говорим о том, ищу себя и не могу найти, про самоопределение, про поиск миссии и своего призвания в жизни. Поэтому, если у вас есть вопросы к Вере Высоцкой, к психологу, то, конечно, его задавайте. Но вообще, на самом деле, рушатся семьи от того, что, допустим, муж понял, что он живет не своей жизнью, что ему, оказывается, нужно переехать на Бали и заниматься саморазвитием или йогой. Или жена вдруг сказала, что я теперь буду психологом, допустим, да, и вы мне все не нужны. Но это же тоже сложно, и вот как-то даже так страшно. Да, это сложно, и да, это страшно. И нет такого кризиса. Вот в чем вся и проблема, что говорят, что жизнь — это когда тебе хорошо, приятно и нормально. Жизнь — это когда тебе комфортно. Вот это самое такое тяжелое. А ведь ненормально. Там, например, я сделала все, чтобы Бентли и яхта, все есть. А нет, не то что-то. Мы таких примеров же много видим и знаем. Да. И поэтому, с одной стороны, да, это тяжело. С другой стороны, без этого не будет. Вот тут самое важное понимать, что именно через вот этот кризис личностный, через вот эту вот внутреннюю историю взрыва и такой потребности самоопределиться, мы приходим к себе, и кризис, если его правильно проживать, если учиться его проживать, приносит только хорошее всем. Да, семьи разрушаются, да, могут быть какие-то потери в этом во всем, а потом может и восстановление какое-то или создание на новых основаниях. Нормально, что, допустим, может меняться совершенно круг друзей, знакомых, коллег, когда ты становишься немножко другим. Да, конечно. Этого стоит бояться или все-таки это вообще стоит признавать? Боишься, значит, боишься. Тут речь не идет бояться или не бояться. К этому стоит относиться, делать это или не делать. Там вот сохранять какой-то привычный круг и что-то такое терпеть, возмущение какое-то или какую-то печаль, что я сейчас не с теми людьми, тоже вариант жизни. Слушайте, ну коучи кричат, что меняй свое окружение. Если, допустим, ты хочешь зарабатывать определенную стоимость, сумму в месяц, то тебе нужно посчитать, сколько зарабатывает твое окружение. Если там эта сумма не набирается в среднем значении, то фильтруй.
чисть и добавляй других. Вариант. Вот, такой прям жесткий отбор начинается. Жесткий вариант. Но коучи предлагают какие-то технологии. Хорошо, когда человек осознает, какие ему технологии предлагают, и очень к этому может отнестись, ну вот от себя, почувствовать как раз вот, вот эту, вот эти способности, вот эту силу, делать это или не делать. Вера, ну смотрите, вы говорите о том, что мы обречены искать себя всю жизнь. И обречены на кризис. И что в кризисах, оказывается, нет ничего кошмарного. И главное пережить, они будут там сложны, но потом все будет намного лучше и интереснее. Но все-таки, может быть, для самоопределения, для поиска себя, ну, наверное, природой как-то задуман определенный возраст? Или вот прям всю жизнь мы должны с ума сходить? Ну, если мы говорим про смену смыслов и ценностей, то да, это будет всю жизнь. Не такие уж прямо кардинальные, но вот поменяется, как в вашем примере. Замучаешься разводиться, если у тебя постоянно, или увольняться с работы. Вот, разводиться – это один из вариантов, можно и не разводиться. А любые кризисы можно регулировать, любые конфликты не обязательно заканчиваются окончанием отношений и потери связи. Можно по-другому это делать. Я вернусь к своему тезису, что да, ценности будут меняться. Ну, например, сейчас в приоритете одно, а потом будет в приоритете другое, с одной стороны. С другой стороны, вот тот ваш вопрос, а есть ли для этого специальный возраст? Конечно, мы говорим про детство, и, конечно, мы говорим про подростковый возраст, про молодость, где очень много самими социальными институтами устроено таких процессов по поводу самоопределения, и вот там выпускнику школы нужно выбрать вуз, потом, значит, нужно в этой профессии состояться, найти спутника жизни, вообще самоопределиться по поводу своей личной какой-то такой вот ситуации и личной жизни. Смотрите, тот же вуз выбирает не сам выпускник обычно. Очень часто. А потом опять выбирает. Сейчас же это тоже есть. Или родители выбрали, а это как-то есть что-то очень хорошее для человека. Так тоже бывает. Но не факт же, что совпадет. Я все-таки закончу. С одной стороны, это действительно задача такого, с одной стороны, молодого человека. Это окончание детства, которое предполагает самоопределение. С другой стороны, будет в жизни еще много историй, где необходимо будет как бы воспроизвести вот эту ситуацию и опять самоопределиться, и какой-то новый аспект себя для себя открыть и с другими людьми его как-то согласовать и определить. А есть возраст, когда поздно? Я считаю, что нет. Вот есть какие-то психологи, прекрасные люди, они считают, что вот что-то ты не успел там сделать в определенном возрасте. До 60 не успел, и дальше уже все. Ну вот сама наша реальность, все, что мы сейчас видим в мире, все, что мы наблюдаем, когда мы смотрим на других людей, это опровергает. Есть истории, когда и после 60, и позже, может быть, это, конечно, трудней, может быть, это немножко по-другому выглядит. Без 100% к этому есть очень много такого отношения обесценивающего, но это бывает. В любом возрасте. То есть поменять профессию, например, 60+. Поменять профессию, например, 60+, получить новую специализацию, новое образование. И быть... И это не будет без ребро. Ну нет, но это будет выглядеть без ребро. Это такое словосочетание, которое характеризует наше общество как такое, где любят стабильность, все ровно, все хорошо. А куда без кризисов? Без ребро это про то, как нам, да, действительно трудно в этих кризисах, но нам их не избежать. Я знаю словосочетание такое, если бы молодость умела, если бы старость могла. Могла, да. Вот, а все-таки есть ощущение, что для каждого возраста вот положено свое. Если, допустим, ты в 70 лет или в 60, ну дай бог, чтобы здоровье позволяло, а вдруг решил поменять свою жизнь, ну надо было делать это все-таки пораньше. Чего уже сейчас? Вот есть какое-то количество сил, почему бы их не посвятить туда? Да, действительно, есть вот специфические особенности, связанные с возрастом. Они есть физиологические, есть психологические особенности. Но современная жизнь... Да и не только современная. Мы, как любители истории, знаем, что так было всегда в человечестве. Определенные люди в любом возрасте находили в себе вот эту возможность, давали себе право и что-то такое делали. У меня есть еще несколько вопросов для Веры. Если у вас появляются вопросы, вы можете тоже их задавать. Вера, ну тогда давайте вернемся в самый исток, и как раз вот на нем мы попробуем сегодня завершиться. Да. А вот этот не самоопределившийся человек, у него было когда-то детство, где родители тоже что-то для этого делали. Как приложили руку к тому, что он все-таки вот в 30 чем-то, допустим, не знает, чем он хочет заниматься, не знает, чьей жизнью он живет и вообще не знает, чего он хочет. Есть ли какие-то способы родителям вот на этом начальном этапе, ну, так скажем, помочь, чтобы этого не случилось? Очень много есть способов. Я назову основную стратегию.
нам, родителям, очень важно в наших детях, дабы помочь им самоопределиться, дабы сделать их более сильными и свободными. Так вот, нам, родителям, очень важно что-то про детей называть им, чтобы они от нас услышали, что они сейчас чувствуют, кто они такие. И нам, родителям, рассказывать про них, называть им их состояние. Там вот мама на младенца смотрит и говорит: «Тебе сейчас страшно». Или тебе сейчас трудно. Трудно, да, живешь вот такой. Еще маме нужно научиться угадывать. Абсолютно. Что он маме нужно не угадывать, а понимать. Основная родительская компетенция — вот это видеть, понимать. Ну и самое главное в этой стратегии — не просто видеть и понимать, а признавать. Вот если мы говорим про самоопределение, что что-то в нашем ребенке есть исключительно его. Это отличает, ну, например, очень простые такие темы. Это отличается от мамы, отличается от папы. Это только его такое. Вот а мы говорим, нет, на папу, на маму не похож, это точно от деда. Это может быть похоже на деда, но в том числе это вот сейчас к нему исключительно, к этому человеку относится. Это еще и про то, как мы разрешаем что-то выбирать. И что-то не то, что нам кажется хорошим и правильным, и что-то не то, что нам кажется исключительно важным и ценным, а ему подходит, и ему... То есть подчеркивать постоянно его индивидуальность, подчеркивать его силы быть собой, подчеркивать его отличие от других людей, от себя. И еще один момент. Признавать его усилия, его силы, которые он проявляет, когда какие-то трудности преодолевает. Вот отношение к трудностям. Помните, мы говорили, что можно перепутать. Искать себя и не уметь решать трудные задачи. Да. Да, вот здесь признавать, что он сейчас какие-то силы применяет в какой-то ситуации, которую регулирует. Вот даже если называть. Он с этой трудностью не справился. Он справится. Дать ему время справиться, дать ему возможность почувствовать вот эту собственную силу и собственную способность что-то такое вот преодолевать, реализовывать и переживать вот этот подлинный успех. Слушайте, ну вот вообще легко это говорить, но это же такая сложная задача — постоянно подчеркивать ребенку индивидуальность и то, что его отличает от других, и в первую очередь от нас, от родителей, вдруг делать ценным. Нам же хочется, чтобы как папа, как мама, как все остальные дети, чтобы он никак не отличался. Тогда вот, что бы вы могли порекомендовать, если взять детей постарше, которые действительно сейчас выбирают свой путь? Возможно, сейчас нас как раз тоже будут смотреть абитуриенты, студенты, которые выбирают вуз и специальность. Ведь действительно, это такой важный момент, такой важный выбор. Может быть, родителям стоит не торопить события, а дать год детям, допустим, погулять и определиться. И определиться. Вот если определиться, то погулять и посозерцать, а что, что на самом деле надо. Сейчас вот есть тоже такая во всем мире тема, проблема, что детям надо вот вообще ничего не делать. Они не хотят самоопределяться. Они уже определились, что они хотят вот этой праздности, вот этой какой-то такой удовлетворенности. И очень часто и это тоже как будто бы не то. И вот тут какая-то то ли скрытая депрессия, то ли что-то такое. Если мы говорим про родителей подростков, с одной стороны, действительно, помочь ребенку понимать, а что на самом деле ему надо. С другой стороны, вот это последний шанс. Поставить перед ребенком цель, которую ребенку хорошо и правильно реализовать, ну вот потому что так. Вот исключительно не жестокости и такой какой-то авторитарности акция. Сейчас я вот не так говорю, не про то, что такое насилие над ребенком совершить. Я сказала, что ты сюда поступаешь. Мне плевать, что ты чувствуешь, ты будешь это делать. Да. Может быть, не с поступлением, а с какой-то другой ситуации, в какой-то другой сфере помочь ему выполнить вот эту задачу. Помочь ему вот тут, это же такое очень... Я уже сегодня про подростков говорила, как про людей, которым надо отстроиться от других. Которым надо очень серьезно отличить. Вот это мое, а это других. И вот это помочь ребенку увидеть и осознать. И это тогда вот... в будущем, возможно, пережить вот этот кризис самоопределения ему будет намного проще. Ему будет намного проще, он будет в связи с собой. Ну что ж, вот такая беседа у нас сегодня получилась. Напомню, что говорили мы о том, как найти себя, когда ищу себя и не могу найти. И сегодня я беседовала с психологом Верой Высоцкой. Вера, спасибо вам большое. Спасибо, Анастасия. Спасибо всем, кто были с нами, смотрели и слушали это интервью.